Парабардоры Юньджи номер один, относящиеся к группе больших данных Хулу, находящиеся в районе Пингфан города Харбин. Андроиды Бери постоянно заняты. В качестве ключевого проекта провинциального уровня, который недавно был завершен и введен в эксплуатацию, Юньджи номер один является первой высокого точной гибкой интеллектуальной аэропарадорией в стране. В настоящее время она оснащена самой передовой в мире аппаратурой. Такой, как масс-спектрометр, приборы для одноклеточного приготовления и так далее, способности которых к обнаружению достигают 210 образцов в тени. В аппаратуре могут быть обнаружены более 100 видов генов в тени. Ожидается, что после завершения проекта выручка от продажи увеличится на 1,7 миллиарда юаней в год, а налог с прибыли достигнет 120 миллионов юаней. Данный проект не только может быть использован для генетического тестирования в провинции Хэнудя, но и будет способствовать развитию лабораторий в других городах, таких как Чэнду, Чэнтин, Шанхай и Дунгуан. Завершение лабораторий значительно повысило интегрированность научных технологий в биологическую промышленность провинции Хэнудя. Наряду с этим ускоряется строительство ключевого проекта провинциального уровня. Проект по развитию ветроэнергетики мощностью 50 мегаватт, подчиняющегося сетепловой электростанции района Фуран-Арцидзи города Цицикар. Как важный проект, направленный на продвижение экологически чистой энергии, он имеет большое значение для местного экономического развития, способствуя модификации предприятий, производящих энергию. В 2022 году началось строительство 47 ключевых проектов провинциального уровня в нашем городе. Фактически инвестиции составили 13,1 миллиард юаней, а коэффициент завершения инвестиций достиг 122,7%. 21 проект был завершен и введен в эксплуатацию, из которых 14 проектов были введены в производство досрочно. В 2022 году началось строительство 500 ключевых проектов провинциального уровня. Это на 270 предприятий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 117%. Годовые инвестиции увеличились более чем на 220 миллиардов юаней. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 25%. 206 проектов поочередно были завершены.